И часто люди думают, да, я никому ничего плохого не делаю, у меня все с Богом хорошо. Так мне пришлось одного бизнесмена встретить, знакомого человека, человек очень уверенный в себе, у него магазины свои, вот, и в достатке человек живет. Я ему начал говорить о Господе, потому что человек мирской, безбожный, погибает. И жалко, что погибает. А раз Бог мне дал с ним встречу, надо ему рассказать о Господе. Рассказываю. Он меня так аккуратно остановил, но конкретно. Говорит, слушай, мне это не надо. Я доволен жизнью. У меня деньги есть, работа есть, друзья есть, семья есть. Я доволен жизнью и здоровье есть. Мне это не надо, то, что ты рассказываешь. Я говорю, ух ты, какого хорошего человека я встретил. Вот. Вот это да, какой довольный. Так ему и говорю. А потом говорю, а когда вы станете на суд перед Богом? Вы можете Богу сказать те же слова, что вы мне сейчас сказали? Господи, я доволен жизнью, у меня бизнес, у меня деньги, у меня семья, у меня друзья, у меня здоровье, я доволен жизнью. Вы это скажете Богу? Ой, нет, я такое Богу не смогу сказать. Вот говорю, потому и нужно покаяние, подумать, как предстать перед Богом, как держать отчет за свою жизнь. Даже если мы 100 лет проживем и болеть не будем, и в нас будет полный достаток и благополучие земное, в масштабах вечности это один миг. 100 лет это один миг. А потом вечное мучение, вечная тьма, вечное отчуждение от Бога. Вечное проклятие. Вот почему Сын Божий пришел проповедовать лето Господне благоприятное. Подписывайтесь на наш канал «Примеры из жизни» и следите за обновлениями, чтобы не пропустить наши новые видео. Мы рады каждому зрителю, ведь вы являетесь нашим вдохновением и мотивацией к созданию новых видео. Мы хотим быть для вас не просто развлечением, но и источником вдохновения, ободрения и укрепления в вере на жизненном пути. Спасибо, что вы с нами. Да благословит вас Бог!